И у нас к тебе сегодня предложение. Сереж, проведи, пожалуйста, для всех нас сегодня спортивную зарядку. Друзья, попросим Сергея. Друзья, конечно же, попросили. Сергей деликатно согласился. Для Шубенкова совы подъемы утром, как, в общем-то, и всем совам, дается с трудом. Проснулся, встал. Обязательный ритуал после водных процедур. Сыграть партию другую в онлайн-игру. Ну а что, я серьезно, правда, надо катнуть партию. Это занимает не более 10 минут. Если, ну, только надо выиграть, потому что если не выиграл, надо катнуть еще одну. Ну, иначе настроение плохое будет на весь день. Сегодня Сергей, видимо, все же победил виртуальных соперников. На стадион пришел в хорошем настроении. Тут же со сцены стал делиться эмоциями. Принять участие в импровизированной зарядке изъявили желание десятки юных спортсменов. Ну, хорошее, веселое. Что запомнилось? Ну, раз, два, ну, занятия. Я приглашаю вас сюда, вам здесь будет гораздо удобнее наблюдать, нежели наблюдать. Это Шубенков показывает. Да. Зарядка с чемпионом дала старт летнему спортивному сезону. К тем, кто старается быть быстрее, выше и сильнее других, примкнули даже чиновники. Вот, например, мастер-класс на турнике дает заместитель начальника края спортуправления и молодежной политики. Люди получили хорошую, бодрую зарядку от чемпиона, от профессионала. Поэтому получил и я, пошел эту энергию, потратил вот на перекладине. А это уже пляжный волейбол, особенно любимый девушками. Тут можно и мышцы в тонусе поддержать, и эффектный загар получить. Здесь очень хорошие площадки, да, ну, наверное, одни из самых лучших в Барнауле. Хорошее покрытие, мягкий песочек, без камушков, поэтому, конечно, тут нам больше всего нравится играть. Всего же в этот день открыли свои двери сразу несколько центральных спортивных объектов. Абсолютно бесплатно каждый желающий мог поиграть в футбол, поплавать в бассейне или встать на коньки. Задумка организаторов удалась. По предварительным подсчетам, всего за один день заряд на целое лето получило более 3000 горожан. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.